В России выявили менее 34 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Это минимальный показатель середины октября. Общее число подтвержденных случаев превысило 9 миллионов 400 тысяч. Смертность восьмой день подряд составляет более 1240 летальных исходов за сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни более чем у 266,5 тысяч россиян. По данным Федерального оперштаба, в Татарстане за сутки болезнь диагностировали у 252 человек, в том числе у 13 жителей Набережных Челнов. За минувший день в республике скончались 8 ковид-пациентов. За все время пандемии – 1185. Согласно официальным данным, всего коронавирусом заразилось 36 305 татарстанцев.